Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в God of War, третья часть, ремастеринг. Это обновленная версия для плойки 4. Ребята, идем. Ах ты какой огненный, смотри, куда-то полез. Ну чё, пацаны? Ой, все, я улетел вниз. Понтанулся, так сказать, и улетел вниз. Лететь надо здесь. Ну чё, пацаны? Поговорим с вами. Ребятки, у меня есть химера, она с вами будет быстро разговаривать. Быстро и четко. Жалко, что только все это заканчивается, магия быстро. Ну что, ребятки, еще раз химера. А, магию можно восстановить, вон, собственно говоря, сундук стоит. Да, кстати, уже пора восстановить магию. Сейчас расквитаемся с этим чуваком и все, и восстановим. Ой, нифига себе, ты пришел тут. Здоровяк, здоровяк, смотри на него. Подожди, магию восстановим быстренько. Не дали мне магию восстановить, прикинь. Да че вы, а? Меняется быстро, на синюю надо. Ну, давай быстрей. Да, ну, ребятки, ладно, фиг с вами. Будем так действовать. Вот этот удар хороший здесь. Ребята, щит, точнее, меч включаем. Какой щит, вы чё? Меч включаем. Еще раз с мечом. Пошли, давай тебя будем кромсать. Есть, ребятки. Кто здесь самый главный, как вы думаете? Ребята, не считаю, что я тут главнее. Но мы сейчас это им докажем всем. Потому что вот так. И потому что... Стоп, подожди, я тебя просто не успел зацепить. Ай, не так. Иди сюда. Вот так. Все четко, все как это надо было сделать. Все готово. Кто следующий? Подходи. Подходи на огонек, заходи как нам. Магию все-таки я восстановлю. Вот. Теперь можно спокойно кого-нибудь призывать. Ай, здоровяк, ты чё? Ой-ой-ой, подожди, это же люди обычные, не надо трогать. Ну, показывают, надо стрелять. Надо стрелять, сейчас будем стрелять тогда. Чё ж делать-то? Заряжай! Наводи, как там наводить надо? Ой, кто-то сзади идет. Блин! Ты-то откуда взялся? О, ничего себе, у него две головы. Хорош, ты чё, там снизу тигр он какой-то. Развернись. Поговорим нормально. А сзади змея, прикинь, хвост змея там была. Чё, дурной что ли, а? Чё ты делаешь-то? Тут и так огня хватает, ты нам ещё подбавляешь. Где Цербер мой, точнее этот, химера у меня стоит. Давай химеру. Ага, не вмешивайся. На! Тигр, лев.
Или тигр, не знаю. Все? Больше не будешь? Или еще ко мне опять идешь? Ну подходи давай, я ж что тебе... Где у меня сейчас магия закончилась, конечно, жалко. А так бы я тебе химеру сейчас прислал бы. Ой, мне жизни надо. Жизни надо, сейчас. Сейчас, подожди, я восстановлюсь. Ну-ка, давай-ка откроем. Не дает. Ладно, будем добивать. Да отвали ты, а. Ну-ка, я свои возьму эти. Можно, кстати... Ай, ты что делаешь-то? Из лука буду бить. Подожди, мне, походу, сундук реально надо открыть. Я уж думал, справлюсь без него, но нифига. Есть, все. На, из лука тогда получи, потому что раз ближний бой ты мне не даешь тут сделать. Во, вот так, все, подходим. И завершаем начатое. Давай, рога еще пообломаем ему. Все. На этом все, ребята, ну просто... Он нам помешал просто, мы начали что-то делать. Мы начали заряжать тут, заводить какую-то штуку, разворачивать. Сейчас пальнем, подожди. Раз. А куда стрелять-то, может, развернете, ребят? Что-то я не пойму, как нацелиться-то. Ну-ка, может, чем-то повернуть. Нет, он... стоп, вот же поворачивалка сбоку. Может быть, можно повернуть? Нет. А как развернуть? Может, оттащить? Во, вот, ну вот так он зарядил, конечно. А дальше как? Может, развернуть, а? Нет, он просто стреляет. Но не туда куда-то стреляет. Не понимаю тогда, что сделать надо. Давай еще пробовать. Удерживаем. А, в колес... Вот надо было попасть куда-то. Пока эти летают... Сейчас, колесница же кружит, вот по ней и надо попасть. Летит, 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 бежит, бежит. На! Попал. Поймал. Молодец. Ау, по мне, главное, не кидай. Куда он ее швырнул? Че, еще разочек? Нет, подожди, давай туда пошли, побежали. Куда он ее швырнул-то, посмотрим. О, все, он полез куда-то. Братан, ты домой пошел, что ли? Ну вот так вот. Ладно. Мы можем вот так расправиться с ними. Гаргулья. Полетели. Полетели на следующий. Цепляйся, цепляйся за другую. Где еще одна? Лети, лети, куда ты? Еще раз пробуем. Давай, подлетай сюда. Вот, полетели. Может, нам надо в другую сторону лететь просто? Нет, 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 взлетай. Где еще? Лови еще одну. Цепляйся дальше. Кратос, ты можешь, я знаю. Цепляйся еще. Да че, зачем ты всех-то ломаешь их? А, ну хотя можно и так. О, все, я дошел до сюда. Хорошо, хорошо, давай дальше продолжаем. Подходи, кто еще хотел поговорить. Со всеми решим вопросы. Расскажите о вашей жизни. Так. Что вас опять много, как всегда. Стоп, не бить меня. Меня-то зачем бить? Я же пришел вас бить. Так, давай, что сделать? Оп. Готово. А теперь вопрос, зачем мы это сделали, открыли, куда это надо тащить. Вот еще ворота, вот, наверное, сюда и надо тащить.
жизни, это очень хорошо. Хорошо, что сундуки вообще здесь какие-то встречаются по пути. Было бы очень туго, если бы ничего не было. Давай берем штуку эту. Да возьми. И в другой проход. Только не знаю, нужна ли она здесь вообще. Так, пусть пока здесь постоит. Мы пока разведаем. Там коридор, здесь что? Здесь ничего, здесь, ну, хотя, как ничего, сундук. О, чувак, ты откуда взялся-то? Никого не было же. Коридор пустой был, вы чё? Нифига вас навалило, сколько много, а? Ну ладно, 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 сейчас справимся. Полчища монстров наступает. Давай следующий. Кто там? Толпа целая идет, да? У вас что там, логово, что ли, ребят? Не пойму. Отвали. Сколько же вас, а? Ну все, наверное, это последний. Ты что, живучий самый, да? Самый живучий, все. Ладно, я тут не закончил дело-то начатое. Мне надо было сундук открыть. Нет, и подожди, уже никого не было. Ты откуда опять? Все. Ну, потолкали вперед. Что-то там надо поджечь или взорвать. Сейчас будем искать. Еще один сундук с опытом. Очень хорошо, потому что развивать надо свое оружие. Так. Очередной коридор, но я пока больше никого из монстров не вижу. Берем штуку эту, разворачиваем. Не в ту сторону, другую. Чтобы нам идти вот так, прикрываясь ей вперед. Давай проходим здесь. Поехали. Не вижу, куда я ее, для чего. Вот, кстати, магию можно взять. Для чего я ее притащил сюда? Давай отсюда пальнем попробуем, да? Все. Заряжаем. Есть. Похоже, я какой-то проход расчистил. Ничего не расчистил. Ладно, не знаю, для чего тогда я ее тащил с собой. Стоп. Кто там? Все, что у меня было, все погибло. Давай, иди сюда. Помог я ему, короче говоря, вот. Нажмите R1, чтобы спуститься на краю уступа. Так, вот, пошли. Все нормально. Пока что идет все нормально. Повыше забираемся. Гелиос. Что-то здесь приключилось. Вы откуда взялись, толпа? Смотри, они окружили его, не дают ничего сделать. Или это у него защита такая? Эй! Ну-ка, давай-ка Гелиуса этого. Смотри. Предлагаю вот так шарахнуть. Стоп. О, ничего себе. Верзила. Стоп, 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 стоп. Когтями сейчас попробуем. Ну-ка, химера не раскидает их, ничего. Но, наверное, надо все-таки с этим побороться, с большим. Эй, пузатый, иди сюда. Блин, ладно, нет, я пошутил. Что-то ты меня больно зарядил. Так, а вообще, знаешь, что я думаю? Надо его пострелять из лука, все будет хорошо. Он же вообще... Вот, и не подпускать его. Вот так, вот все. Все пошло хорошо, как надо.
можем управлять им. Смотри, бам, биты им. Быстрая атака, короткая атака. Так, что там? Бумс. За ноздри его зацепил или за что там, я не вижу. Все, и всех раскидал. И Гелиуса этого мы сейчас достанем. Так, стоп, меня нельзя так бить. Вот, а я вас могу. Подожди, все, братан. На этом все. Это циклоп был, это у него одноглазый он был. Все, до свидания, до свидания. Так, ладно. Это-то понятно, но этот Гелиус, где он, который валялся там? Так, иди сюда. И тебя схватим. А, подожди, этого не хватает почему-то. Ладно. Ладно, это, наверное, крутой какой-то. Побежали. Или вот этот Гелиус. Я не пойму, вот этот, в золотых доспехах. Нет, это не Гелиус. Но он мощный, смотри, что-то я его долго не мог прибить. Так, а что у нас по жизням? Жизни почти целые. Я пока не буду открывать сундук. А, вот он, Гелиус, лежит. Вставай, братан. Кратос, я не забыл, что я у тебя в долгу. Спаси меня, как спас от Атланта. И тогда я отплачу тебе сполна. Если хочешь наградить меня, скажи, где искать пламя Олимпа. Пламя? Тебе не одолеть Зевса, спартанец. Одолеть. Только я точно знаю, одолеть. Волнуешься за мою жизнь, Гелиус. Подумай лучше о своей... Вот именно. Эй, ты что сделал? Слепанул меня. Луч Гелиуса, блокируйте свет с помощью R. Ай, подожди. И так блокирую уже, стараюсь. А, вот выше надо, выше поднять. Ай, да не свети ты сюда, дай. Подойду сейчас к тебе. Стой, где луч света там? Все, я закрыл уже, все закрыл. Вот так, ой-ой-ой-ой, подожди. Все, идем, сейчас я подойду, подожди, поговорим нормально, поговорим. Ты мне что фонариком светишь-то? Убери фонарь. Понял? Вот и поговорили. Фонарик не надо было мне в глаз светить. Стой, стой! Я скажу, чтобы одолеть Зевса, ты должен войти в пламя и впитать его силу. Ты лжешь, Гелиус! Гефест сказал, что пламя убьет любого, кто его коснется. И ты поверил? Этот несчастный давно утратил милость Олимпа. Именно поэтому я ему... Я верю Гефесту. Моя смерть не приведет тебя к Зевсу. Тут ты очень ошибаешься. Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду-дум-бам-барам-бам-бам-там. Так. Завершаем начатое. Ну, как-то так. Вот такой вот Кратос. Сразу все потемнело. Голова Гелиуса, голова бога солнца, оторванная от тела. Вот так вот, ребята, взяли голову. Удерживая L2, быстро нажмите. О! Можно светить теперь. Вот так будем ходить, светить. Как фонариком. Находясь рядом с золотой пылью, наведите луч с помощью R и раскройте секреты богов. Где эта золотая пыль, я не пойму только, подожди. О, щит Гелиуса, сокровище Гелиуса, пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Я вас понял. Так, а где подсветить надо? Где пыль-то это? Ну-ка, пыль покажите мне. Пыль, вот, пыль. Тут все в пыли, в принципе. Тут после такой битвы все в пыли.
Ну где еще надо светануть? Стоп. А, вот сундук я еще не открыл. Ну-ка давай. Рог Минотавра. Отлично. Еще один, и будет, можно будет усилить предметы. Хорошо. Так, если на карету посветить. А, вот куда надо было светить. Так, давай смотреть. Ну-ка, подсвечивай, как хорошо. Все полностью вот так. Раз, два. А-а-а, вон оно что, ворота здесь, ребята. Давай, открывай. Все нормально, будем светить. Голову, видишь, как хорошо взяли. Это что делает? А, мы будем так всех светом этих фигарить. Вот и все, делов-то. И фонарик есть, и оружие одновременно. Эй! Так, ладно, идем дальше. Фонарь включи. А как переключиться на фонарик, на тот? Стоп, не пойму. А где фонарь-то? Куда делся? Или все, или он больше тут не нужен? Ну да ладно, фиг с ним. Подожди. Да, наверное, больше. Наверное, больше не нужен. Во! Куда-то добрались. Очередное какое-то приключение нас ждет, ребята. Смотрите, что тут. Лазить, перелазить. Путь Эос. Путь Эос. Давай заберем все, что тут есть. Перед новой битвой, так сказать, подзарядимся. Жизни восстановим, отдышимся, поспим, поедим. Все, что можно сделать, сделаем. Ну-ка, зачитаем письмецо, еще что-то написано. Путь Эос. Кто увидит то, что видят боги, найдет путь на Олимп. Мы идем на Олимп, ребята, это гора богов. Так. Ладно. До встречи в следующей серии. Увидимся в очередной, так сказать, эпопее нашей. Рад, что вы были со мной, смотрели это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан. И всем удачи, всем пока, ребята.